Всем привет! С вами команда One Win, это водный квиз, с вами я, Джио, и наша звезда Влад Латук. Каждому из игроков необходимо ответить на 5 вопросов, но на каждую из них у них будет по 10 секунд. Смогут ли парни выйти сухими из воды? Узнаем прямо сейчас! Сколько фонов доступно в главном меню игры? Я могу просто ебануть и все. Сколько фонов доступно в главном меню? Ну, пускай будет 10. Дальше. Правильный ответ. 10. Вот это поворот! Ой, блядь, 12. Ну это вообще вопрос, если ты на него ответишь. Сколько карт доступно в соревновательном режиме? 7. Да. Я могу подъебашить. Давай. Как хочешь. Не-не-не, прости, у нас правила. Давай, да. Ну этот, следующий вопрос, давай. Награда за килл из ТЗшки. 300. Слушай, друг, садись! Ты уверен? Да. То есть последнее 100%. Обновление тебя вообще не смущает? Не. Ебашивайся. Да стреляй, стреляй, похуй, на тест. Какой штраф встретит за убийство союзника КС-2? За убийство союзника КС-2? Да, какой штраф встретит? Минус 600. Это окончательный ответ? Бля, да это худе заниматься очень грязно. Бля, ну да. 300, бро. Подвезу. Так а схуяли 300 из своего ёбни. Какие изменения внесли худ после крупного обновления? Худ? Да. Во что поменялось? Вот ты заходишь в игру. В игру или именно на сервер? Бля, ну я тут подъёбку, я могу тебе дать ебанутую подсказку, а могу и проебаться сам, так что... Ну типа, когда я на сервер... Не-не-не, всё, забудь, обнуляем нахуй. Давай-ка забудем об этом. И изменения внесли худ после крупного обновления? Дальше думай сам. Ну так в игру, когда на сервер заходишь? Ну, блядь, да, ты на сроке. Ну, киллфит снизу. Это, ну, типа, надо перечислять или одно что-то? Не, одно что-то. Окончательно это, вспоминаю там патчноут, нахуй, как ты читал. Ну, с прыжка теперь видно на киллфите. Ебаш. Блядь, а кому не похуй вообще, наверное? Как ты это, блядь, знаешь? Какую консольную команду брали из игры? Набрал, набирал. Ну, ты должен одно что-то выбрать. Ну, набирал, убрали. Вот, ебаш. Ебаш. Все, так, палатику. Что было добавлено в звук в CS 2? По звукам? Ну, есть три разных вида звука. Ну, мод. Ну, давайте там подсказку не то. Не там мысли. Не то? Ну, не там мысли, не то. По звуку. Ну, просто что в CS 2, типа, новое в звуке стало? В самом звуке, да. В механике звука. Да, да. Ну, звуки громче стали в целом. Это окончательно. Ну, шаги на радаре видно, когда звук делаешь. Не, именно по звуку. Я тебе пиздец помогаю, если мне ебашь особо давай. Ну, все громче было, наверное. Ну, вот так. Ну, это окончательно. Да, да, да. Но распространение звука от стен. Ну, ебаш. Что называют черными полосами в КС? Black bars, просто разрешение. Ебаш. Ладно, Расим, сейчас ты поебашь. Ты готов? На каком движке делали КС-2? Просто не отвечай, хуя. Блять, а какой Source, блядь? Сколько патронов в оружии ГМП 45? 25. А сколько нахуй идет? Правильно, правильно было. Ну просто так. Правильно было. Блять. Давай, Барк! Рубрика охуенная, конечно. Ну, прощайтесь. Блять, все свободны. Пока. Пока.